Всем привет, друзья! Вот и завершился у нас вчера очередной движ, Love Движ. И у нас для вас очень много интересностей на предстоящее время, вот, ближайшее будущее. Значит, мы будем делать йога-движ, мы будем делать финансовый, денежный движ, мы будем делать тусовки, мы будем делать выезды на природу, отдых совместный. Также психологический фестиваль впереди, более мощный, более прокачивающий, тот, который вы все ждали, все просили. Love Движ тоже, скорее всего, эта история будет повториться, и будет еще более насыщенный, более интересный, вот, следующий Love Движ. Ну и вообще ждем от вас ваших возможных каких-то предложений, идей, запросов. От вас, конечно же, тоже мы отталкиваемся. И до новых встреч в эфире. Большое всем спасибо.